Да вот подарочки рождественские раскладываю. Что вы там сидите? Вот депутаты, да, сенатор, вы для чего мы вас выбирали, да? Вы сидите, засиживаете места. Город, посмотрите, в каком городе мы живем, да? Что творится у нас? Вот берите, вот и нюхайте. Вот родной мусор города Красноярска, пожалуйста, нюхайте его. Мэр города от нас убегает, он уходит, ему концерты важнее. Губернатор вообще никак не комментирует ситуацию. Министр экологии уходит в такой тупиковой ситуации, когда создалась в городе Красноярский край. Он вообще идет в отпуск. Слушайте, ну это что такое вообще? Куда мы идем? Зачем вообще эти все люди работают? Чем они занимаются? Ничего не понятно. Неуважаемые даже депутаты. Я не могу вас назвать уважаемым, потому что вам наплевать на наш город, наплевать на наш край. Заняли теплые места, получаете вот такие огромные зарплаты и пенсии. Все, остальное вас не волнует. Поэтому, господин Швыдкин, примите наши рождественские поздравления. Пока он дойдет до Москвы, запашок будет просто шикарнейший.